Добро пожаловать на сегодняшнее вдохновение на карте. Сегодня большой праздник во Вриндаване. Большинство бриджабаси и садху празднуют Божественный день явления Радхакунды. Также есть еще другая дата, намного раньше, в этом году, где в соответствии с Дживой Госвами в его Гопалачампу Радхакунд появился. Да, две даты. Но ничего страшного, потому что на самом деле мы не можем назначить дату, которая является определенной точкой во времени, на вечность, на духовность. Ничего страшного, два фестиваля, отлично. Я бы хотел поделиться с вами еще одним чудом. Однажды Джахнава, возвышенная супруга Нитьянанды, решила пойти на Радхакунд, получить даршан и увидеть Рагхунатха Даса Госвами. Рагхунатх был очень слабый в то время, он был старый. Он пил долгое время уже всего лишь чашечку пахты. Но когда он услышал, что Джахнава Ишвари придет, Рагхунатх со слезами на глазах пошел ее встречать. Он сиял, как солнце. А Джахнава, когда увидела его, она также не могла удержаться, и потоки слез полились из ее глаз. Она жила 4 дня на Радхакунде, и однажды днем в полдень Джахнадеви услышала звук флейты на северном берегу Радхакунды. Когда она подошла и посмотрела, она увидела Кришну, который стоит под деревом Кадамба. Он был изогнут в трех местах, играл на своей флейте. Но только Джахнава могла слышать эту флейту, потому что Кришна играл только для нее. И рядом она увидела с ним самую милостивую Шримати Радхарани. Там были и Лалита, и Вишакха, различные манджари и гопи. Когда она наблюдала этот неземной даршан, она вдруг упала на землю без сознания, потеряла сознание. Сегодня то место, где Джахнава увидела Кришну, известно как Джахнава-гат. Там есть ее место для сидения, и также есть небольшая лестница, которая скрыта от видения других, которая ведет непосредственно к кунту, где она может принимать свое омовение. Даже и сегодня. Как мы знаем, Шрила Рагхунатх Дас Госвами поклонялся Господу как Гопинатху, Господу Гопи. Тогда Джахнава получила даршана, и тот Кришна, который играл для нее на флейте, сказал ей: «Смотри, с левой стороны Радхарани слишком маленькая. Пожалуйста, пойди в Бенгалию и принеси нормальную по росту Радхарани, чтобы мы занимались трансцендентными играми, трансцендентные игры с ней». И Джахнава так и сделала, чтобы и та настоящая Радхарани, которая сейчас стоит слева от Гопинатхи, это то божество, которое она принесла. Джахнава, ее жизнь полна чудес. Полубоги появлялись перед ней. Те воры, которые хотели украсть что-то у нее, вдруг богиня Чанди их наказала. Это та богиня, которой
находится в руке топорик. И Шимати Джахнава, супруга Господа Нитянады, и мы молимся ей. И молитва, которую составил Бхактивинода Тхакур, говорится: у меня нет ни силы, у меня нет ни помощи от добродетелей, которые, может быть, пришли от жертвоприношений, йогических практик или аскез. Я даже не знаю, как пересечь этот ужасный океан рождения и смертей. О, достопочтенная Джахнава Деви, пожалуйста, прояви сегодня милосердие к этому слуге и милостиво избавь меня от всех скорбей в силу своих хороших качеств. Желаю вам прекрасного празднования Бахуластами. Помните Рагунатха Дас Госвами, его взаимодействие с Джахнавой Деви, личной супруги Господа Нитянанды. И это сделает вашу жизнь счастливой. Хари Кришна.